Это очень страшно. Я вот пришла сюда, даже в киоске кое-какой непорядок. Вот это все лежало на полу, не на столе, видно взрывной волной, это все страшно. А ваши коллеги что рассказывают? Что, они не видели взрыв, как взорвалось, просто услышали хлопок и все. Единственное, так, потрясло немножко, а так ничего нет. Все чисто. Какие у вас эмоции были, когда вы узнали, что прямо на остановке, вот где вы работаете? Нет, ну, жутко, конечно. Очень даже за людей страшно просто. Я живу на остановке Девицкий выезд, это за две остановки до места происшествия. И взрыв был такой силы, что в доме задрожали стекла и задребезжало все. Был сотрудник на работе, как бы он только слышал сам взрыв и все. Ну, он сам ничего не видел, не слышал происходящего. Он позвонил, сказал, что произошел взрыв, то, что у нас в аптеке даже окна тряслись. Говорит, я не знаю, что там было. Потом, ну, разумеется, это сразу появилось во всех просто новостях, что во всех соцсетях.